Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости моего канала. Сегодня у нас рубрика «Распаковка посылки». Посылка от подписчика. От подписчика с одного из моих видео, там, где я купил 200-й Panasonic. Значит, связался со мной опять мой подписчик. И, значит, что предложил? Предложил мне, у него есть аппарат Panasonic, и он очень себе хочет, ну очень хочет, чтобы там была флешка. На все мои отговоры он не соглашался, ну, а с другой стороны, как говорится, ну если клиент хочет, значит клиент, ой, всегда прав. Вот, прислал он мне вот такую посылку с аппаратом. Я единственное, что понял, что это Panasonic. Какой Panasonic, я даже не знаю, но, в принципе, к Matsushita я очень отношусь с трепетным сердцем. Давайте посмотрим. Так, упаковала новая почта в этот раз просто шикарно, просто великолепно. И вот наш аппаратик. Давайте вот так вот мы бабух сделаем. Так, ну что? Ну что? Что я хочу сказать за новую почту? Вот я вам сразу говорю о том, что запаковали они в бэушную пупырку. А, нет. Это, скорее всего, паковал сам подписчик, потому что двухсторонний скотч. Ну вот реально, двухсторонний скотч, все запаковано. А получается, только новая почта коробочку свою предложила. Ну что ж, не, ну двухсторонний, так двухсторонний, какая разница. Оп, да что же это за Panasonic такой? Почему я его никогда... Ага, так... Что там он раком вниз? Во! Во! Вот у нас появился на свет Божий. Вот такой вот аппарат. Честно вам скажу, честно. Я как-то его, ну, не идентифицирую. Значит, это Panasonic RX-DT37. Нифига себе. Коллеги, еще раз. Я, ну вот, вот пускай, вот смейтесь надо мной столько хотите. И пускай кто хочет смеется. Но я не видел такого аппарата. Ну вот реально. Ну это класс. Вот посмотрите теперь еще с этого ракурса. Понимаете, вот все, что-нибудь в этой жизни, когда-нибудь мы... видим впервые. Вот такое впервые я вижу. Я вам скажу честно. Не, ну это обалденно. Так, хорошо. Хорошо. Аппарат, ну, довольно-таки интересный. Я не видел таких. Мне такие не попадались. Так, ну антеннаж, как обычно, отломана. Здесь ничего интересного. Ага, так, ну как ничего интересного. Значит, есть у нас отсек для пальчиковых батареек, те, которые формата АА, для 4 штук. Это, скорее всего, у нас для памяти. Я почему так вот всем вам рассказываю об этом? Потому что у меня просто не было такого аппарата никогда. У меня его никогда не было, я никогда с ним не общался. Значит, двухкассетная дека... Кассетная дека, вот мне вот это не нравится. Видите, как он выпирает. Ага. О! Да уж. Не, ну здесь ладно. Ну что ж, какие пожелания были у заказчика? У заказчика пожелание одно, чтобы работало все. И CD, и кассеты, и еще, чтобы он был с флешкой.
Дальше я буду думать, как мне все это дело реализовывать, где мне высунуть, вставить, всунуть флешку и так далее. То есть, в принципе, работы довольно-таки много. Нужно понять, какой сюда еще ставить саму приблуду китайскую. Опять-таки, непонятно, что с работоспособностью. А почему? Непонятно. Давайте подключаем, смотрим. Так, ну что, включил я его в розетку, как говорил один мой бывший сотрудник. Ну, начнем. Давайте проверим сидюк. Возьмем. Взяли! Ёханый бабай! А я даже знаю, кому я давал этот компакт послушать, моп его еть. Володя, верни компакт. Ну ладно, возьмем еще один. Слава богу, тут все на месте. Ну что ж, тут, конечно, ой, вековая грязь. Ирс. И ждем. Что-то там даже происходит. Наверное, приводу это. Не хочет он читать. Power Blaster. Так, ладно, хорошо. Ух ты. Давайте проверим, что у нас с кассетной частью. Нет, сейчас кассету я не буду ставить. Мало ли. Ага. FM тут что-то скрипит. Ну, хорошо. Так, тейп. Тейп, значит, у нас крутится. Ну, коль крутится, давайте послушаем, что у нас, как оно хоть работает. Ничего, конечно, не хочу сказать подписчику, но звук ужасный. Просто ужасный. Но это может быть, конечно, с кассеты. Давайте послушаем, что тут на... Сейчас я поймаю какую-нибудь радиостанцию. Так, ну вот так работает этот самый радио. Все нормально. Ну как нормально? Ничего нормального я не слышу в этом. Довольно-таки посредственный, конечно, аппарат. Но плохо другое, что сидюшник не работает. Ну что, в принципе, вы увидели, коллеги, что мне приехало. Да, кстати, аппарат довольно-таки увесистый. Очень увесистый. Вы увидели, что ко мне приехало. Теперь я буду думать, как, что из этого сделать. И все мои дальнейшие действия я постараюсь снимать на видео. И потом сниму еще одно видео полное. И тогда мы глянем, что у меня из этого получилось. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Всем мира, добра, пока-пока.